Если специалисты и новейшее оборудование не помогают излечиться от болезни, поможет Бог. В 7-й городской клинической больнице в скором времени планируется открыть молельную комнату. Уже на следующей неделе воспользоваться ею сможет любой пациент клиники. В нашей реанимации, в наших отделениях, пожалуй, сосредоточены, сконцентрированы самые тяжелые больные. И, конечно, мы готовы открывать для них православную молельную комнату, поскольку действительно для многих данное мероприятие, открытие данной комнаты поможет во многом, так сказать, исцелиться.